Следующая серия по Atomic Heart. Вышли из театра, едем куда-то дальше на машине, очень далеко. Сейчас, наверное, поедем в 9-й полигон, чтобы прокачать по максимуму наш паштет. Вот такой план на эту серию. Зачистить полигон номер 9. Сейчас она сделает... Ну-ка. Так вот сделала. Чего за музыка такая? Это что? Это что? У меня такой же вопрос. Ёбаный рот. Это что такое? Я слышу его, я слышу. Это он. Это он. Это оно. Подгоните, блядь, диалоги в лифте, сука, по телефону, нахуй. Позвоните мне по телефону, на сотовый мне, звякните. Для тех, кто забыл, как меня зовут, и кто я вообще такой, меня зовут Велнест. Я прохожу игры и делюсь этими прохождениями с вами, представляете? Представляете, да? Вот наш полигон 9. Как ту отметку поставить? И в разных форматах, на разных каналах мои прохождения вы можете наблюдать. Там, где удобно, все каналы в описании. Поэтому я буду рад, если вы на меня подпишетесь или просто будете смотреть меня там, где вам комфортно. А хуй знает, как метку поставить. Никак, видимо. Поехали так. Поехали на глаз, как говорится. Поехали на глаз. Надо торопиться. Вдруг после отмены сбоя еще удастся кого-нибудь спасти. Нужно найти машину. Немец прав. Так до комплекса Павлов мы не дойдем. Это потому, что я выехал за зону, он мне это сказал? Ебать, роботы нахуй. Тихо, ну-ка пошли отсюда. Нам нужно, конечно, машину поменять. Вот, я похоже, пробрался все-таки, да? Вот сейчас я правильно иду. Так, ну этих всех мы убивать не будем, нахуй, челов. Они нам не вперлись. Нам нужен только сам полигон. Так, шарики. Шарики. Нельзя просто так взять и не попробовать... И не попробовать лопнуть шарик. А где мы? Мы же в 9-м полигоне, да? А, вот там он, 9-й полигон. Вам предстоит жаркая схватка. Противников все больше. А спадет же с меня эта штука, да? Спадет с меня эта угроза, правильно? Ля-ля-ля-ля-ля. А тут вообще эти челы кожаные. Здесь кожаные челы. Биологические. На них же угроза не работает. Так. А, вон, нам надо туда. Нам надо вот тут... А, нам надо зачистить, я понял. Нам надо зачистить... О, сохранялка есть. Погодите, сохранялка. Сохранимся в сохранялке. Так, и нам надо вот эту... А, так она уже опущена, эта тема. А как нам тогда открыть... Ко мне все летают-то, ну. Это что такое вот? Откуда это высралось? Как нам в полигон-то сам попасть? Вокруг есть кровь, да? Я что-то я не понимаю чуть-чуть.
Что-то я чуть-чуть не понимаю. Так, типа? Эта штука привязана. Так, я не тем занимаюсь. Нам нужно искать вход в полигон. Тут что ли как-то? Во, вниз можно спустить. О, нихуя. Это вниз надо спустить. А, надо вот эту штуку, я понял. Открыть, типа. Вот эту штуку, если мы разблокируем, то что? Мы разблокируем все камеры. Они все отключены сейчас. Они все отключены. Нам вообще эта штука не нужна. Нам вообще эта штука не нужна совсем. Как нам... А, вон, труба. Нихуя себе. Мы сейчас через трубу заплывем. Ебать, где она была? Вот она. А так можно? Это вообще законно? Это законно, то, что я сейчас делаю? Или не совсем? Ну-ка. Это уже полимер. Все. Да, мы заплыли. Так. И чего мы заплыли? Как нам для паштета-то найти? Штуки. Ебать, тут опять ходы. Очень много ходов. Ну, мы, кажется, правильно идем. Судя по всему. Раз здесь и лут есть. И все остальное тут есть. Так. Хорошо, пробежали. Ага. Ну тут только вот эти биологические хуйни. О, замок. Замок. Взломаем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. А, все. Взломали. Это мы просто срезать, типа, можем здесь? Или... А, мы просто срез открыли. Нет, или мы проход открыли. Хуй пойми. И тут проход открыли. А тут мы не можем проход открыть. Можем. Только тут лазер. А мы через лазер не пройдем, да? А, так там все равно тупик. Мы нихуя здесь не можем. Кто это, блядь? Давайте, взрывайтесь. Взрывайтесь отсюда. Ебать. Так, стоп. Взорвется? Так все, куда музыка-то раскочегарилась, я всех убил. Куда музыка раскочегарилась? Тихо. Так, следующий замок. Я делаю что-то, кажется, не то все равно. Что-то не то делаю, как будто бы. Нет, здесь тоже замок. Это большая штука сверху. Сундук. А, опять эти хуйни. Надо в нагреватели складывать. Так. Куда мы это можем? А, вот сюда, да? А, вот так, во. Вот так. Так оно все тут взорвется нахуй. Типа, в смысле? Оно взорвется ж нахуй.
Нахуй. Мы еще вот здесь вот открыли проход и не сходили сюда. Привет, Green Tomato. А, это просто быстрый проход. Мы вот здесь... А, мы здесь заплыли. Все, я понял. Мы здесь заплыли, и здесь открыли быстрый проход. Открываем дальше. Уяк. Уяк. А это было у нас тоже? Хуйня вот это была. Собака. Вот этот проход у нас был открыт? Мы сюда не ходили. Ну-ка. Сюда тоже сходим. Хорошо. Так. Ебать, ты страшный! Еще вот это надо сломать. И вот так. Все, все, все. Все сломали. И вот так. Оп. Все, тут выломали. Так, дальше мы можем пройти? Здесь можем? Не можем. А тут? Там еще целое это. Тут целая, блядь, хуйня. Надо вот эти штуки ломать, тогда они не будут вот эти заселяться в них. В эти трупаки. Они заселяться в трупаки не будут. Если мы вот это сломаем. Все, есть. Хорошо, эту зачистили комнату. Опять музыка раскочегарилась вот в тот момент, когда я закончил файт уже. Что за так? О, большой сундук, кстати, золотой. Золотой сундук. Так, нам нужен чертеж для паштета. Что-то пока... Мне не кажется, что я чертеж для паштета. То, что он где-то рядом. Все сломали, нормально. Что, есть эта плевалка? Плевалка хуйней есть? Еще одна. Есть. Только это вообще плевалка высшего уровня. Блять, ну как стреляешь-то, ну. Подкопим энергию вот так. Ударами я энергию коплю. Чтоб можно было издалека тоже приначить. Все, убили всех. Завалили. И здесь куча сундуков. Давайте сферы. Мне нужны сферы. Мне нужны сферы из сундуков. Мы вот этот котел и вот этот котел. Дальше нам нужен вот этот. А, ну так тут все легко. Тут все легко. Сейчас она сделает. Ну-ка. Так вот сделала. А следующая? Давай. Давай. Не делает. Ну ладно, потом. Потом, значит, сделает. Давай. Всасывай.
Давай, да всасывай. Все, всосало. Ой-як. Все? Так, все. А дальше что? А дальше как? Или еще нужно что-то? Сюда раз, снова. Все, она взорвалась, да? Это мы правильно сделали или, не, или наоборот неправильно? То, что мы взорвали. Блять, как-то проходить, а? Проходить, а? Как-то проходить, а? А-а-а, я понял. Я поджег эту хуйню. Теперь мне надо наружу, потому что я поджег эту шнягу. Все, 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 я выкупил. Корень там, вот эту хуйню, корень какой-то это придержит. А я ее поджег, правильно? Или я неправильно мыслю? Что-то я понять не могу. Эта штука. А, во, она поднялась. Теперь нам надо ее. Что? Что ее что нам надо? Во! Мы можем сюда вниз. Так, то есть снизу мы зачистили, правильно? Теперь нам надо что-то еще сделать. Как-то открыть этот полигон, так? Верно я мыслю? Или неверно? Так. И как мы его откроем? А вот там что лежит такое зеленое? Надо к зелененькому сходить. Надо к зелененькому сходить. А, во, ну-ка. Ну вот это необычно. Беседа живого человека с остаточной памятью погибшего — это одно. Но вот общение других покойников — такого я не видел. И вообще-то со мной все хорошо. Да, да, конечно. Всем так кажется. Остаточная голегония. Я, как специалист, могу смело заявить. Вы, коллега мой, лол, специалист. Специалист? Это же аномалия. Это еще никто не изучил. Не никто, а мало кто. Я один из немногих, кто заметил этот любопытный феномен. Но, как вы понимаете, кучу покойных мне для тестов никто не выдал. Эх, а какое сейчас тут везде поле для опытов? А вот вы знаете, что я наблюдаю еще один сигнал, и это куда любопытнее. Он исходит напрямую из... Угас. Эй, ты! Ты чего? Полагаю, полимерная память внезапно иссякла, товарищ майор. Давайте двигаться дальше. У нас много дел. Так, а как мы в этот полигон-то попадем? Получается, мы разблокируем вот эту камеру. Во, все. Все, открыли. Все открыли. Хуяк, 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 хуяк. Все, все, мы внутри. Мы внутри. Ебать, мы внутри. По-моему, все, кто ездит в этих лифтах, вот так вот этой вот, хуйней страдают и рубят, блядь, стены. Потому что здесь в лифтах очень долго. Хоть бы они там, не знаю, какой-нибудь пиздеж бы включали там с хразом в этот момент. Прям недоработка. Так, тут новые головоломки, новый лут. Ага. Что мы тут находим? И опять, ну погоди со звуком, кстати. На-на-на-на-на. Четвертая серия. Ту-ту-ту-ту-ту-ту. На-на-на. И этот, блядь, шрифт. Этот охуенный, разноцветный. Ту-ру-рум. Ту-ту-тун, ту-ту-тун. На-на-на-на-на-на-на. А когда начнется? Или это конец серии? Папанов и Румянова. Чё это за серия? Чё-то я такой не помню. Четвёртый. Чё-то я такой... Кажется, я такой не смотрел. А, это с билетиками вот эта серия. Всё, я понял. Ладно. Этим мы будем заниматься когда-нибудь потом. Смотреть, ну погоди, на стриме. Ну я понял, полимером... Полимером, да, надо туда прострелить. А куда прострелить?
побольше полимера накидать, типа? Или чё? Вот так. Ну, открывайся. Я не могу туда пройти. Это на ёб... А, все. Все, на ёбка. Так, хорошо. Нихуя тут, блядь. Нихуя тут, блядь. Опять головоломки. Опять головоломки. Так, раз. Открыли. Поползли. Чего за музыка такая? Это что? Это что? У меня такой же вопрос. Или товарищ Лутягин, как его в шутку. Лутягин! Ценный груз — это хорошо. А что же он за ком? В его основе лежит прототип вечного полимерного двигателя, который заставляет... Скучно. Короче. Он быстро перемещается между заданными точками. Стоит его отпустить. Да он стоит намертво. Сломался ваш вечный двигатель. Так его привязали. Он не сломался. Это паштет? Нет, это не паштет. Блять, а мне паштет нужен. Лутягин. Смешно назван. Типа Лутягин, типа Лут. Лут, Лутягин. Так. Ага. Кнопку, если я нажимаю. Бам. Вот, дверь открылась. Понял. Понял. Все понятно. Сразу стало. Надо просто туда заплыть и открыть. И что-то оттуда забрать. Но музыка охуенная. Из Лутягина играет. Вот там лут. А как мы его так пропустили? Тут очень много лута. И опять сундук. Так, провод ведет туда. А, в той комнате еще одна кнопка. Которая что? Которая дверь открывает, судя по всему. Вот эту. Угу, понял. Так, тут мы открыли вот эту дверь. И что мы тут имеем? О, сфера, отлично. Сюда, во-во-во, сюда, во-во-во. Вторая где сфера? А, вторая сфера зачем? Чтобы вот эту открыть. Что? Все это видели? Вот это что такое? Летают там какие-то. Так, она закрылась, так открылась та. А, я выкупил. Я выкупил. Все, я выкупил. Все. Все, я вначале не заметил просто эту штуку. Так, дальше мы что? Мы забираем еще лут и бахаем еще по одной кнопке, правильно? Еще хороший лутик. С хорошими ресурсами. И бахаем по еще одной кнопке. Вот тут. Она была. Цех эксперимент. Ого. Предназначен для моделирования замкнутой самоочищающейся системы. Построен для проведения практических опытов с количеством поступающего в помещение кислорода. Эксперименты в данном отделе призваны обеспечить советских граждан пригодными для длительного существования убежищами в случае природного или искусственного уничтожения экосистемы планеты. Ого. Да тут гигантская вообще штука. Блять. Я стесняюсь спросить, почему он раком стоит? Почему этот манекен стоит раком, а этот сидит такой, смотрит на него? Просто... Раб, получается. Так, ладно. Чё, о, дверь открылась. А, блядь, ну я понял. Нам еще надо... Ой, бля, ебать. Ля, ебат. Нам надо две. А где мы вторую возьмем? Я понял.
головоломка из разряда перелить из стаканов аст стакан А и стакан Б полный. Нужно перелить из стаканов А из стакана А жидкость в стакан Б. И оттуда наоборот. Вот эта головоломка из разряда такой. Давай, открывайся. Ёбаный рот. Это что такое? Это нам сражаться опять надо? Нам для этого сохранялку и дали, да? Это плющ! Это плющ! Гигантский который. Так, давайте тогда это... Сохранимся вот так. Так, давайте зачистим вначале вот это. А все, он заагрился, типа. Аж холодок. Надо вначале убить этого, а потом плюща уже. А потом уже плюща ебашить, потому что эти штуки нам будут сильно мешать, типа. Потому что эти штуки нам будут сильно мешать, они будут заряжать вот этих челов. Заряжать их будут, а это нам не надо. Так, хорошо зачистили. Тихо. Вот так. Так, еще есть? Еще эти штуки на стенах еще есть? Давайте, а, вон еще. Вот еще. Еще есть? Сейчас вот так вот уехаем их, нихуя себе. Просто что делаем? Хорошо. Всех убили? Нет, еще одна штука осталась. Да? Еще одна штука осталась. Вот там. Правильно? Вот это. Во-во-во. Все. Теперь спокойно переключаемся. И ебем плюща. У нас урона тоже дохуя. Блять! Только не застревать в трупаках. Не застревать в трупаках надо. А я его могу этим этим через полимер, типа электрошоком. Он до меня даже не достает. И нам, кстати, опять куча лута нападала с этих штук. Ай, застрял. Застрял. Ну, плющ вообще легкий уже, кажется. Просто бегаешь, шмаляешь в него, типа. Ёбаный бобаный, ага. Бегаешь, шмаляешь в него просто издалека. Как вы только породились. Так как в смысле их Сеченов породил же из полимера этих челов. Блять, тихо. Как вы только породились, говорит. Страшный ты пиздец. Ну убейся уже. А, у меня не хватает этого. У меня не хватает. Все, убил. Отлично. Отлично. А где мой этот-то? Где мой паштет? Чертеж от паштета где? Я вообще сюда за чертежом от паштета пришел. Рассказываю, какой кофе я заварил.
Вот такой вот обжарщик Nix House Ethiopia Barrel. Barrel. Эфиопия в бочках настаивается. Зерно из Эфиопии настаивается в бочках. Получается такая ферментированная обработка. Здесь написано дыня, белый изюм, белый портвейн и цветы. Я здесь чувствую только цветы и, наверное, вот что-то типа портвейн, портвейна. Ну, алкогольный такой привкус, алкогольный. Кофе классный. Кофе классный, всем советую. Фильтр обязательно, это для фильтра только. Это только те, кто фильтр любит. Те, кто фильтр заваривает. Так, раз, два, раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три, четыре, раз, а все. Все, все, все. А, тут еще целая гигантская хуйня. То есть мы вообще еще даже, мы даже не близко к концу. А вот еще. Еще лутягин. Серебряный теперь. Блять, это не на паштет. А где паштет? Походу паштет будет в золотом. Походу паштет будет в золотом. Так, перчатку улучшим. Перчатку улучшим. Полимерный щит. Нет, вот это. Получить. Дальнего боя тратит на... Так, ага. Теперь у нас 5 ячеек будет. Ваши атаки ближнего боя заполняют энергоресурс значительно быстрее. Хорошо. Все. Нормально. Нормалек. Теперь у нас 5 ячеек. Логоломку решать. Так. Угу. Ниху... О, бля, ебать тут. Ага, опять эти свечи. Если мы свечу забираем. Понял. Сюда ставим. Пока не понимаю, честно. Ага. А, ну я понял. Мы когда ставим ее, она выдвигается, и нам надо наверх попасть. А есть вторая свеча? А, вторая свеча есть. Вон там лежит. Так, а сверху вот эту как хуйню открыть? Нихуя себе. Нихуя ж себе тут потайные ходы. Нам как-то нужно попасть ко второй штуке. Ко второй этой свече. Чтоб вторую свечу открыть. Но нам не сюда. Нам явно не сюда. Тут все, я понял. Тут есть вот эти штуки. Все. Я выкупил полностью. Все. Все. Панимейшн произошел. Панимейшн. Оп. Хилимся, живем. Хилимся, живем. Почему они добавили такую фразу «хилимся, живем»? А как ее кидать? Вот я могу туда запулить же ее. Оп. Нет. А как тогда? Все, вот так, да. Так, хорошо. Запрыгиваем, запрыгиваем, запрыгиваем. Запрыгиваем. Да высунься уже. А как туда? Я туда не допрыгну же. Я ж нихуя туда не допрыгну. Или допрыгну? Допрыгну. Да не падай, ну. Ну и чё, я допрыгнул. А, и нам нужна свеча, я понял. Нам нужна еще свеча сюда. Хоп. Открыли. Открыли. Давай, лутягин. Давай, паштетик. Прошу. Прошу, паштетик. Паштетик. Где лутягин? Я слышу его. Я слышу его. Я слышу его. Я слышу. Это он. Это он. Это оно. Это наша штука. Это она, да? Е, паштет. Тупо паштет проверяй. Так, улучшение, паштетик. Давайте сразу же рукоятку качать. Вон она, да. Полигон 9, ну. А мы что?
Это же оно и есть? А, ну да, все. Вид на карте. Энергетическая рукоять. А, эргономическая. Нет, не энергетическая. Скорость зарядки спецатаки. Бонус энергии. Убийство врага восстанавливает здоровье. Или энергию. Все, мы прокачали. Мы прокачали полностью. Так, а пистик? А пистик можно тоже? О, и пистик прокачаем. Есть. Ну, музыка охуенная от Лутягиных. Разрабам лайк за это. Просто жирный лайк. Ну и опять едем в лифте. Подгоните, блядь, диалоги в лифте, сука, по телефону, нахуй. Позвоните мне по телефону, на сотовый мне звякните. СМС-очку в WhatsApp можете. В тележечке стекан можете кинуть. Что-нибудь сделать, ну хоть в скайпе позвоните мне. Блядь, в ICQ напишите, ну. Я не могу стоять так долго и ждать. В Аську черкани. Ну, все, ура, приехали. Приехали. Эта серия закончилась на том, что мы открыли улучшение последнее для паштета. Теперь будем дамажить вообще как бешеные. Будем просто разносить ёбла. Но разносить ёбла будем в следующей серии. Все.